Это уже древо жизни 2. Первая работа была выполнена из кавказского дерева, я привез с Кавказа, удивительное дерево скумки. Может быть, несколько, год-два я смотрел на это дерево, чтобы из него можно было изготовить. Познакомившись с эпосом «Урал-Батыр», вот я увидел, представляете, «Урал-Батыра». Там так удобно щель была в самом этом дереве, раскол такой огромный, природный. И что Хумай, супруга Урал-Батыра, оказалась спиной к его. И то есть крыло уже было почти готово. Там мне уже делать, в общем-то, нечего было. Здесь родилось уже более серьезное изображение башкирской Мадонны. А все остальное уже родилось.